Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если не хочешь ходить в школу. Всем привет, ребят, с вами, как всегда, Юрыч, и мы вновь продолжаем с вами играть в LEGO Brick Rigs, где, ребята, я решил снять рубрику, которой уже давно не было. Сегодня мы будем с помощью вот этой большой артиллерии сбивать самолеты в воздухе. То есть будет рубрика «Огромная пушка против самолетов». Я думаю, что многие, кто уже видел эту рубрику, понимают, что сейчас будет действительно очень круто. А если у меня получится попадать по самолетам, то мы с вами увидим просто офигенные взрывы и авиакатастрофы. А если же ты первый раз на канале, то обязательно подписывайся на канал, дружище, ставь лайкос и наслаждайся тем, что сейчас увидишь. Итак, ребята, сегодня у нас будет вот такая вот артиллерия армии США, называется она А4-1. На самом деле, я не знаю, что за артиллерия такая, была на самом деле или нет, но тем не менее, она мобильная, то есть с помощью такого тягача на ней можно перемещаться со скоростью 80-100 км в час по карте, и это очень хорошо, то есть это, в принципе, очень даже хорошая большая скорость для такой махины. Машина сделана добротно, она не переворачивается, также у нее есть вот такие вот стоечки, то есть когда ты останавливаешься для того, чтобы пострелять, ставишь стойки, и это придает стабилизации твоему орудию, что тоже очень хорошо. Также у нас есть два отделения. Первое отделение с боеприпасами. Кстати, размер вот этого боеприпаса не просто такой, потому что выстрел с данной артиллерии примерно вот такого вот габарита точно у нас будет. Так что это будет очень даже интересно, между прочим. И сзади у нас есть еще одно дополнительное отделение. Я так понимаю, что это просто грузовой отсек, где армейцы перевозят, получается, инструменты, воду, медикаменты, топливо, пищу и так далее, и так далее. Может быть, даже здесь перевозит и самих еще солдат. Но это не точно. В общем-то, для начала, я думаю, что вот с помощью того вертолета я вам покажу, как стреляет данная пушка, а потом уже на самолетах будем стараться выполнить наш челлендж, попасть из орудия по самолету. На самом деле, сделать это довольно-таки сложно, потому что снаряды из данного орудия летят немножко по дуге. Итак, я сажусь за шайтан машину, нажимаю Alt, и мы с вами ставим опоры. Самое главное, что когда мы будем сейчас пользоваться замедлением, чтобы наша артиллерия не улетела. Вот так вот все это дело выглядит, все красиво, все качественно и, в принципе, вот такая вот здоровенная пушка, ребята. На самом деле, я не знаю, какой здесь калибр. Калибр очень большой. Мне такое ощущение, что данная пушка была снята с крейсера какого-то здоровенного просто для уничтожения и потопления кораблей. И хочу именно с него начать, потому что он, в принципе, в воздухе должен зависнуть статически, а это значит, что мы в него попадем и получим от этого удовольствие. Но это не точно, как всегда, поэтому не расслабляйтесь. Так, вертушка работает, вертушка полетела, хорошо. О, хорошечно даже бы я сказал. Давай выше, выше, выше к звездам. Но, правда, падать придется довольно-таки быстро, и я думаю, что больно. Так, зависни. Хорош. Пушка. Остановись на месте, пушка. Ты куда полетел, алло? Мы так не договаривались. Пушка. Так, я пробую стрелять из нее, пока она летит. На самом деле, она вернется на место, но что-то... Я не понимаю, что происходит на самом деле. Так, хорош. Хорош. Замедлял... Да я выстрелю, твою мать, орудие твое косое. Так, стреляй, 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 наводка. Я же не стрельнул. Да что ты прыгаешь, что ты скачешь, ты стоять должна, ты же нормально стояла. Не успел я, короче, включить замедлялку, ну посмотри, что произошло. Мы просто в щепки разорвали этот вертолет. Блин, пушка на самом деле какая-то ненормальная. Ты посмотри, она танцует. Алло, ты же стояла нормально, пушка. Что с тобой не так? Вернись. Вернись на базу! Господи, шайтан машина, просто шайтан машина, я серьезно говорю. От вертолета ничего не осталось, ребята, тем временем, просто вот ни капелюшечки, и это очень интересно. Так, вот он, пилот вертолета улетел в стратосферу, я хорошо это понял. Так, давайте попробуем взлететь на реактивном самолете, это что-то вроде, не знаю, такого мини-чартера, то есть маленький пассажирский самолет, самолетик, я так понимаю. И попасть в него будет довольно-таки сложно. Я прям чую, что будет попасть сложно, тем более, если учесть то, что когда мы нажимаем замедлялку, наша пушка просто начинает улетать. Очень хорошо летит самолет, и мне прям нравится. Так, наводим пушку. Кстати, я не ставил стабилизаторы. Возможно, в домике просто они глючат, и поэтому именно переворачивают пушку. Итак, самолет у нас в захвате. В захвате самолет чуть выше. Выстрел! Летит снаряд. Вы посмотрите на габарит. Вы уже оценили габарит снаряда? Вы только представьте, что сейчас будет. Ничего сейчас не будет, потому что мы не попали, самолет летит очень быстро. Серьезно, самолет летит очень быстро. Так, я понял. Поэтому нужно пушку задирать максимально. Так, он падает, видимо. Я не знаю, что происходит.
Орудие не готово к выстрелу. Не готово. Перезарядка еще идет. Еще идет перезарядка. Надо максимально выше, выше, выше. Стреляем. Стреляем второй раз, и вроде залетает, но нет. Да господи, серьезно, самолет очень быстрый. Очень быстрый самолет, я понял. Я раскусил ту ситуацию, которая только что произошла. Самолет реально очень быстрый, поэтому снаряды не успевают. Но об этом я и говорил. Хорошо, сейчас попробуем развернуться и выключить двигатели, чтобы можно было попасть все-таки в него. А то таким макаром будет очень сложно. Так, хорошо. Так, хорошо. Пушка, пушка, пушка. Куда ты смотришь, пушка? Господи, да что не так-то, Брикрикс? За что? За что ты со мной так? Шайтан игра просто. Я не знаю, что там делает разработчик, но, блин, игрушка с каждым разом все хуже и хуже себя чувствует. Он падает вниз. Он падает вниз. Блин, даже не знаю, не попаду опять, наверное. Стреляем. Просто на шару стреляем. Просто на шару, серьезно говорю. Шайтан самолет очень быстрый. Он буквально ускользает. Он буквально ускользает, ребята. Так, давайте вот так вот сделаем. А теперь самолет будет просто падать вниз, и мы в него попадем. Потому что, ну, нереально самому и целиться, и стрелять. На самом деле такое себе, еще на замедлялке. Господи, да реально, он просто падает быстро. Давай уже, попади. Господи, попади в него уже. Давай, 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 шайтан. Шайтан, снаряд, залетай. Залетай, залетай, снаряд. Да! Хотя бы так! Просто, просто мы кончиком задели, и все, и минус, минус самолет. Ну, правда, конечно, он не взорвался так, как я хотел, поэтому мы с вами постараемся стрельнуть еще разок. Так, перезарядка вроде прошла. Очень быстро падает самолет. Так, вот так вот. Стреляй, стреляй и лети. Давай, давай, прямо форточку, пожалуйста, прямо форточку. Он, кстати, ускользает, он ниже полетел. Нет, прямое попадание, есть попадание, просто, просто на 100% уничтожение самолета в воздухе. Сколько времени мне вообще потребовалось, чтобы в него попасть, просто, господи, это нереально, это очень сложно. Конечно, пушка, это пушка, а артиллерия, это артиллерия, поэтому, ребята, за старание, просто, если ты еще не поражали вы лайкос, то поддержите меня. Подлетаем максимально близко и стреляем, просто стреляем. На самом деле, лететь просто прямо было бы замечательно. Но это еще нужно как-то настроить, да, его? Окей, давай, мы летим. Тан-тара-дан-дан, тан-тара-дан-дан. Кстати, это реально фашистский бомбардировщик, между прочим, который летит на Лего-Сити, чтобы его бомбить. Как-то вот так. Но у нас жопа бомбит, в принципе, не от истребителей, а от физики игры. Поэтому ничего с этим не поделаешь. Кстати, смотри, какой он быстрый. Орудие не успевает наводиться, а самолет прям летит, реально. Прям летит, хорошо летит. Так, наводимся прямо по центру. Выстрел! Хороший, хороший выстрел. Я чувствую, попадание будет. Блин, серьезно? Просто колесо задел. Кстати, у нас бессмертие стоит. У нас бессмертие стоит. Стример не дурак, да? Как говорится. Блин, я забыл убрать бессмертие с него. Блин, ну как эпично он падает. Так, перезарядка прошла вроде. Еще один выстрел. Еще один выстрел и прямо, прямо в корпус. Ну давай, 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 быстрее снаряд, снаряд, быстрей. Да, прямое попадание. Хорошо, не успел самолет упасть на землю, мы его все-таки в воздухе подбили. Очень плохо, что нету каких-то взрывоопасных двигателей в нем. Хотя, ты посмотри, я ошибался. Движок все-таки был, и он взорвался прям эпично. Мама, не горюй. Вот такая вот пушка, вот такая стрельба. Очень сложно, ребята, реально очень сложно. Но я постараюсь сбить еще парочку самолетов. Я не знаю, это какой-то самолет-разведчик, видимо, армии США. Кстати, довольно-таки неплохой. Серьезно, довольно-таки неплохой самолетик. Но я бы не сказал, что самый быстрый. Хорошо, по крайней мере, у него есть двигатели, которые можно неплохо взорвать. Если, конечно же, при условии мы в него попадем. Так, замедлялка. Замедлялка пошла, и самолет идет немного боком. Это сложно. Это сложно. На такой пушке это очень сложно, потому что перезарядка довольно-таки долгая, несколько секунд. Вот так вот, давай. Вот так вот, выстрел пошел. Пошел выстрел, не знаю, выстрел на опережение, и как залетит, так залетит, если вообще залетит. Блин, просто в миллиметре, серьезно? Так, он пролетает прямо на расстоянии выстрела, прямо в упор. Прямо в упор.
Выстрел! Пошел выстрел, хорошо пошел! Прямое попадание! Я опять не выключил бессмертие. Господи, нет! Да что сегодня происходит-то? Пушка, быстрее, быстрее! Пушка, пушечка, пушечка, пушечка! Крутись, 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 крутись! Крутись, где самолет? Самолет летит, успеваем, успеваем, ребята, вроде успеваем. Замедлялка. Блин, не успеваем. Или успеваем, не знаю. Не знаю, сложно, очень-очень сложно, просто овер сложно, нереально сложно, ребятки. Либо пан, либо пропал, попали в хвост, а значит самолет сбит именно нами. Хорошо, бум, красиво. Блин, ну это обалдеть. Я забыл с них убрать бессмертие, и просто получается первое попадание, которое у нас было, оно просто было, знаешь, таким предупреждающим. Но тем не менее мы уничтожили самолет, это радостно, это хорошо. Блин, просто шайтан установка. Против зданий, кстати, она плоховата, потому что она стреляет именно, получается, конкретно в цель куда-то. Что ж, ребята, у нас здоровенный чартерный самолет на самый последок. Постараюсь на нем взлететь, полететь вообще, если это получится, потому что самолет... Очень жесткий, минус FPS. Я не знаю, как мы его будем сбивать. В идеале нужно попадать именно в двигатель, тогда будет красиво. Так, ну летит он неплохо, кстати. Я бы сказал, что он летит очень хорошо. Я буду лететь прямо в здание стараться, если получится у меня это сделать. Вот примерно вот так вот я навожусь. Все, замедлялка. Замедлялка, и мы стреляем прямо в него в упор. Прямо в упор. Ты посмотри, какой здоровенный самолет, господи. Вот это я понимаю красота. Вот это красота, и в данный самолет нужно попадать прям с первого раза. Господи, попал! Я попал, ребята. Что происходит, я не знаю. Обалдеть! Вот это красотища! Вот это я понимаю, попал так попал. Так, перезарядка идет. Господи, стреляй еще разок. Давай, стреляй. Ты посмотри, как эпично. Вот ради этого нужно было смотреть до конца. Попадание в двигатель. Нет. Ты посмотри. Минус крыло. Да ладно. Я, кстати, не успею уже стрельнуть. Но, тем не менее, посмотри, как эпично. Осколки летят прямо в нашу артиллерию. Блин. Так, я поставил, чтобы она крутилась сама, но она не успеет, ребят. Она тупо не успеет. Все, взрыв. Самолет упал, но не взорвался. Почему? Почему самолет упал, но не взорвался? Так, стой. Вроде я здесь. Это значит, что мы можем сейчас успеть сделать еще один выстрел. Господи. Стреляй! Стреляй, просто стреляй! Хорошо, самолет стоит. Смотри, сейчас попадем дуплетом. Давай прям в корпус. Господи, ты посмотри, я попал в крыло! Я попал во второе крыло! Да ладно, а как это вообще произошло только что? Господи, как он прыгает, как он лагает! Надо стрелять! Еще выстрел! Мы взорвали сами себя! Ты только посмотри! Минус небоскреб! Так, бессмертие вырубают. Давай красиво посмотрим на это все. Вот это тотальное уничтожение! Вот это я понимаю! Вот это ошибка артовода! Просто ошибка артовода. И минус артиллерия, минус здание, минус город, минус самолеты. Все красиво. Все, конечно, дико лагает, но все красиво и эпично. Вот такого я давно не делал. Вот такого вот эпика реально не было давно. Блин, обалдеть. Кстати, пушка осталась целая, не считая дула. Вот так вот все это дело выглядит. Вы посмотрите, как эпично. Автор молодец, автор красавчик. Что с самолетом? Господи, 12 FPS, просто 12 FPS. Так, Боб улетел, не лагай, игра, не лагай. А здесь, наверное, на поле сейчас у нас около 10 тысяч деталюшек. Блин, ребята, серия получилась просто офигенная. Конечно, сложно было попадать в самолеты, но в конце мы реально с вами увидели то, что и хотели. Поэтому, дружище, если ты досмотрел ролик до конца и еще не поставил лайк, то обязательно его прожми, подпишись на канал, и увидимся с тобой уже завтра. До скорых встреч, ребята. Пока-пока.